Предстоящие праздники без происшествий и преступлений. Сегодня на заседании антитеррористической комиссии проверили готовность служб к новогодним каникулам и подвели итоги работы за год. Мы обязаны обеспечить безопасность жителей Чувашской республики и безопасность тех объектов жизнеобеспечения. Контроль над криминальной ситуацией сохраняется в республике на протяжении многих лет. В этом заслуга правоохранительных органов. Они ведут постоянную профилактическую работу по предупреждению идеологии терроризма, межнациональных и религиозных конфликтов. В новогодние и рождественские праздники все службы будут работать по особому графику. Меры безопасности усилятся.